Радио тоже не слышно. Ну вот. Каждый сам себе создает информационное пространство, в котором живет. Вот как бы он сам живет, допустим, здесь, здесь, здесь. Ну вот. Ну. Трудно сказать, как это происходит. Вот я в свое время, мы с Максимом Фадеевым очень много общались. Вот, как раз он в это время писал «Маму Любу». Мы с ним сидели, вот это все, вот эти серебро, здесь бегали, все это записывали, трек. Вот. И там думали, вот так, так. Ну, у меня было свое понимание, что это там этическая составляющая там, и так далее, это уже сейчас не обсуждают. Главное, вот модно, не модно будет, да, тренд пойдет. Понимаете, вот есть отдельные индивидуумы, действительно, вот, личность такие, да, которые вот прямо, у них настолько вот эта чуткость, настолько вот даже, другим даже недоступно. Вот может это не, даже непонятно, что я говорю, но вот это вот, некоторые, понимаешь, кто-то слесарь производит вот гайки, да, кто-то там плотник столы, да, кто-то производит эмоции, понимаешь, вот. И это для него эмоции так же реально, как для того гайки, понимаешь, он прямо вот, он сам, вот, сидишь с ним, пока вот разговариваешь, вот эти эмоции, он прямо вот, любую вот эту, прям он сам по ним скользит, он сам, у него все прямо вот, в нем это бушует, он вот эти оттенки всех, то есть есть такие вот, и, конечно, когда человек, который воспринимает настройки очень тонкие внутри, вот это настройки, понимаешь, нервной системы, всего, вот прям вот, вот это все, видит то, что другие не видят, он может создавать популярные вещи, которые становятся модными, может, он понимает, в чем реальность, да, как эти, как молодежь, что популярно, сравнивает. Вот сейчас вот эта вещь выстрелила, да? В чем эта вещь? Вот если композитор видит, почему это выстрелило, в чем вот здесь, почему это модно, что в ней классно, да? И потом он делает свою мелодию, которую он уже понимает, почему это стреляет, да? То есть вот это вот все. И делает свою, туда используя это не плагиат, это как бы даже, это как бы чуть другое, да? Это способность видеть причины явлений, причин успеха. Вот ты понимаешь, вот это вот поэтому. Да, другие не понимают, просто популярно, хороший, да, мне нравится, почему не скажет, да, человек не знает. Другой знает, вот другой гений знает, то есть он смотрит туда и говорит, вот так, потом делает уже, и у него тоже получается шлягер там всемирный, тем более по планете, когда это идет. Вот, то есть тут, сейчас, кстати, вот наш Ви, уж пользуясь случаем, так прорекламирую, сейчас идет, пошел по Азии в широком прокате. То есть вот сейчас Таиланд, Вьетнам, сейчас Китай начнется. Причем широкий прокат это никогда, не тогда, когда там, это значит, что вот когда приходишь, да, вот в первом зале еще там вот лучший топ-сеанс и стоит вот Ви 3D. Понимаешь, это никогда там два сеанса там в 9 утра. Там. Ну, вы знаете, как некоторые фильмы ставят не широкий, а роспись называется, роспись. Когда ты идешь, во всех залах стоит какой-то блокбастер, который все якобы ждали там как-то. Это широкий, роспись, вот. Сейчас успешно, пока идет с широкой росписью. То есть, ну, как бы, уж не знаю, там как посмотрим, как дальше.